Привет, друзья! Здесь Земитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о новом продукте, таком банковском, прикольном, как стикер. Ну, я уже говорил, что я сейчас перехожу из открытия брокер в брокер БКС, и поэтому, кроме того всего прочего, еще я открыл карту БКС. Вот сегодня я получил такую карту БКС. Но, кроме того, что карта, ну, карта и карта. В общем, чем отличается банк? Только тем, что он находится не под санкциями. Вот, собственно говоря, основное отличие. Но кроме карт, сейчас многие банки выдают так называемые платежные стикеры. Он выглядит вот так вот, да? Вот. И чем отличается? Вот, смотрите, да? Видите, да? Здесь, смотрите, вот он как карточка, да? Но он состоит из двух частей, как бы. Вот сейчас смотрите, что я делаю. Вот, сейчас я ломаю ее, и получается вот эта часть, это, собственно говоря, стикер, и вот эта часть, здесь хоть какая-то информация есть там, вот, о том, что есть. Эта часть хранится отдельно, а вот эта часть, вот это вот тот самый платежный стикер, они еще дают там это самое, двусторонний скотч можно наклеить там на телефон, если у вас в телефоне нет NFC, а можно вот как полноценной карточкой пользоваться, вот этой штукой. То есть идешь, прикладываешь к терминалу платежному, и он точно так же, как платежная, как карта, работает. То есть вот такая вот маленькая карта. Можно приклеить к чему угодно, хоть к визитке там, можно вообще ни к чему не приклеивать. Вот так вот выглядит, смотрите, раз. Вот здесь вот тоже ничего нет, никакой информации. В чем отличие от обычной карты? Ну, именно в этом, что нет никакой информации. Если вы его потеряли или украли, то у вас, значит, не номер карты, но у вас не потерялся, и к тому же CVV-код вот этот вот. То есть никто через интернет с вас деньги не возьмет. Ну, он так, в общем-то, не возьмет, потому что там смс-подтверждение и так далее, и так далее. То есть вот такая штука, платежный стикер. От, ну вот, в частности, у меня БКС банк, потому что я ухожу, как я говорил, к БКС брокеру. Ну, я еще не пробовал, сейчас хочу попробовать заплатить вот этой штукой в метро. Посмотрим, как это получится. Получилось. Ну, вы видели, что я заплатил платежным стикером, снято 61 рубль, вы видите это на скриншоте, так что в метро сейчас можно платить картой, это тоже еще одно ноу-хау, и обычно получается намного дешевле, чем просто картой тройка. Вот такое вот новшество. Ну вот так, друзья, оставайтесь на моем канале, буду еще рассказывать о том, что происходит интересного. Сейчас лайк, подписка и до встречи. С вами был